Здравствуйте! В этой программе я встречаюсь с людьми, которые каждый день стремятся увидеть то, чего никто никогда не видел, узнать то, чего никто до сих пор не знал. Ученые предполагают, что эти бактерии находились в замерзшем состоянии более 2 миллионов лет. Герои нашей программы – молодые ученые, которых можно назвать будущим российской науки. Мы пытаемся создавать аккумуляторы сверхвысокой емкости. Попробуем вместе с ними заглянуть в это будущее. Меня зовут Наталья Попова. Это программа «Новые люди».